23 февраля 2022 года воры вскрыли грузовики с реквизитом и украли пасхальное яйцо Фаберже со съемочной площадки сериала «Корона». Это была лишь реплика настоящего яйца Фаберже, купленного в 1935 году королем Георгом V, и все же общий убыток от украденного составил 150 тысяч фунтов стерлингов. Спустя два года Скотланд-Ярд объявил, что воры так и не были найдены, а дело закрыто. Как традиция украшать яйца связана с днем весеннего равноденствия? Почему этот день так важен в абсолютно разных культурах и на разных континентах? Равноденствие. В этот день солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Продолжительность дня и ночи в это время одинакова на всей планете. Первое описанное почитание этого дня мы находим в первом тысячелетии до нашей эры, в древнем государстве медийцев. Впрочем, сами медийцы называли себя ариями. Именно здесь, на территории современного Ирана, появляется первое упоминание Навруза в главной книге зороастризма «Авесте». Согласно этому священному тексту, каждую весну все жители Земли должны были отмечать годовщину возрождения жизни. Как проходил этот праздник, сохранилось до наших дней в традициях абсолютно разных народов. Повсюду разжигали костры и прыгали через них, очищая таким образом себя. В это же самое время появляется и традиция на праздник красить яйца, которая в Иране сохранилась до сих пор. Впрочем, традиция красить яйца уходит в гораздо более глубокую древность. Археолог Брайан Стюарт обнаружил в Южной Африке крашенные яйца возрастом 60 тысяч лет. Уже в такой глубокой древности яйца красили в черный, бежевый, желтый, оранжевый, бирюзовый и даже ярко-красный цвет. И, конечно же, раскрашенные страусиные яйца, а также покрытые золотом и серебром, часто встречаются в захоронениях древних шумеров и египтян, датируемых вплоть до начала 3-го тысячелетия до нашей эры. Официальным праздником Навруз или у разных народов Новрус, Наурус или Наурыс стал в огромной империи ахеменидов. Главной религией империи был зороастризм, поэтому везде зажигали костры, через которые устраивали прыжки, что до сих пор сохранилось, например, у курдов. С империей ахеменидов связывают и появление традиции у древних иудеев красить яйца. В 605 году до нашей эры царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим, а его жители были захвачены и отправлены в Вавилон. Но сам Вавилон тоже был захвачен империей ахеменидов. Как описано в Ветхом Завете, царь Кир даровал захваченным иудеям свободу, и они смогли вернуться и восстановить Иерусалим. Но с собой они принесли и традицию красить яйца в день равноденствия. И именно отголоски этих приобретенных привычек и повлияли на появление традиции красить яйца на Пасху христианами. С Пасхой есть определенная путаница, поэтому давайте остановимся на ней отдельно. Изначально Пасха была праздником избавления иудеев из египетского плена. 210 лет иудеи были рабами в Египте. Чтобы освободить их, Бог повелел заколоть агнцев, считавшимися у египтян священными животными, испечь на огне их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. Ночью во всех непомеченных домах погибли все первенцы. Бог прошел мимо домов, помеченных кровью. Именно так «прошел мимо» и переводится дословно «Песах». Поэтому в Песах было принято приносить в жертву агнца и съедать его. Тайная вечеря была именно таким празднованием. Но то, что произошло во время и после нее, поменяло смысл Пасхи для христиан. Иисус принес себя в жертву ради всех людей, символически заняв место агнца. Возвращаясь к календарю, как Песах, так и Пасха отсчитываются от дня весеннего равноденствия.
Что касается яиц, то одна средневековая легенда гласит, что после Вознесения Христа Мария Магдалена направилась к римскому императору Тиберию. «Император, Христос воскрес из мертвых», — сказала она ему. Тиберий, наслаждавшийся в этот момент трапезой, ответил: «Человек воскреснет не раньше, чем покраснеет скорлупа у яйца». В ту же секунду яйцо в руках императора стало красным. То, что в Ветхом и Новом Завете две разные Пасхи, это еще не все. Практически во всех странах слово «Пасха» произошло от древнееврейского слова «Песах», кроме немецкого и английского. Германские племена, к которым относились и англы с саксами, в равноденствие чествовали богиню Астару. Это была богиня рассвета. Спутники Астары, кролики, символы плодовитости. Сейчас уже невозможно точно определить, собирали ли кролики Астары яйца изначально, или эти две традиции слились в одну позже. Но ясно, что пасхальный кролик появился именно из мифа об Астаре. Какие славянские праздники были на день весеннего равноденствия, мнения расходятся. Некоторые этнографы считают, что в день равноденствия праздновали Камоедицу, то есть день пробуждения медведя. Хотя лишь один источник описывает этот праздник. Другие утверждают, что это Масленица. И это подтверждает описание немецкого путешественника 17 века Адама Алиария. Он пишет, что Масленицу праздновали две недели, а значит, она заканчивалась в равноденствии. В Индии в день весеннего равноденствия тоже сжигают чучело, как на Масленицу. Происходит это на фестивале Холи. При этом сжигается чучело демоницы Холики, противницы Вишну. В Японии в день равноденствия празднуется хиган. По японским верованиям, загробный и земной миры разделены рекой Сандзу. Река состоит из иллюзий, страданий и печали. В хиган проводят различные обряды, призванные помочь душе преодолеть путь от мира смятения и беспорядка в мир просветления. И в финале вернемся ненадолго к яйцам Фаберже. На закате Российской империи по заказу царской фамилии было изготовлено 69 яиц Фаберже. После революции до наших дней сохранилось лишь 57. Многие члены царской семьи, кто заказывал или получал их в подарок, были расстреляны, и их захоронения скрывались до 90-х годов.